Скажите, пожалуйста, а почему вы в униформе «Справедливой России» сегодня работаете? Подожди, я позвоню начальнику, он приедет. Так а что начальнику так звонить? Так что вы мне снимаете-то, господи? А чего начальнику-то звонить? Вы знаете, что сегодня день тишины? Или он для «Справедливой России» не действует? Здравствуйте, скажите, почему вы сегодня фирменный футболок «Справедливой России»? Просто почистить вышли, а что? Так почему вы агитируете футболку-то? А где? Плакаты висят. На Остротрубной проедьте. Плакаты «Яблоко» висят, «Единой России» висят. Так смотрите, нет, ну в футболке ходить это одно, а плакаты висят это другое. Вам не кажется? Другой? Нет. Нет, футболку вы можете сегодня одеть, да, плакаты-то надо специальную бригаду вызывать, да, чтобы сняли. Понятно. Ни с кем не разговариваем так ни о чем. Просто убираем и все. Так сняли бы футболку. А что, нельзя ее носить? А вам холодно без нее, что ли? Нет. Ну а почему одели? Ну что, нельзя? Ну нельзя. Где запрещено? Я же говорю, нельзя. Сегодня день тишины, нельзя агитировать. Я сейчас позвоню, спрошу. Простите. Хорошо.